В Якутске открылась ярмарка вакансий для студентов, выпускников педагогических специальностей. Работодатели из 34 районов республики встретились с выпускниками Якутского, Намского, Вилюйского педколледжей. Отметили, что в сельских школах в основном не хватает учителей начальных классов, психологов, преподавателей музыки и английского языка. По итогам ярмарки будут отобраны кандидаты для заключения 30 договоров в рамках программы обеспечения жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных районов сроком на 5 лет. Наибольшее количество вакансий, как озвучили, в Сунтарском и Алекминском районах. Мы представляем Алекминский район, но у нас есть вакансии. Вакансии, ну, в частности, учителя начальных классов, учителя английского языка, учителя математики, очень большой вопрос. А на данный момент подходили начальные классы, учителя черчения из изобразительного искусства.